Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Мой дивный сад» с Евгенией. Погода сегодня пасмурная, идет дождь по прогнозу на целый день. Он вроде бы и небольшой, но он идет. А я в теплице снимаю небольшой обзор. Здесь с краю у меня огурец растет, посажен, два огурца посажено. Урожай небольшой, посажены они были для раннего урожая, но собирать мы их начали одновременно, как и на грядке. Ну, огурчики снимаем. Разговор сегодня пойдет о помидорах. Вот здесь у меня сорт «Идальго». Это я покупала сорт. Вот такие бочоночки удлиненные. Он хорош для заготовок. А хочу вам показать томат из Дикси. Вернее, рассаду томата я покупала в Дикси. Меня просто заинтересовали эти помидоры в кассете. Они там были подсушенные, но я решила купить. 6 штук там было. Из 6 4 хороших было, 2 погибли. И вот смотрите, меня удивил этот урожай. Очень хорошие помидоры, очень урожайные они. Но в связи с жарой, может быть, они не все завязали. Но помидоры хорошие, прекрасные помидоры. И вот помидоры. Это вот помидоры из Дикси. Сорт не знаю, там не было написано. Там как-то было интересно. Помидоры томат было написано на кассете. Ну, вот они удлиненные немножечко. А какой это сорт, неизвестно. Может быть, это гибрид. И семена собирать не стоит. Да, наверное, семена я и не буду с них собирать. И вот тут рядышком это уже сортовые томаты. Китайский фиолетовый. Я перепутала в этом году сорта. Не сорта перепутала, этикетки перепутала. Выгорели они, и я не знаю. И вот такой у меня был. Я запомнила, что с краю у меня китайский фиолетовый. Так, помидоры крупные, хорошие. И дальше вот завязаны хорошо. И куст такой темно-зеленый. В этом году, в общем, я запуталась в помидорах. Поэтому, а по описанию, китайские фиолетовые, они должны быть фиолетовые в технической зрелости. Или как, нет. Ну, в общем, когда они спелые, они должны быть фиолетовые. А в технической красные. Но вот они сейчас покраснели, но сильно фиолетовыми они не были. Да вообще не фиолетовыми не были. Они вот зеленые такие. Такие помидорки. Ну, я ими довольна. А дальше вот у меня сорт Алсу. Не такой крупный. Но вот эти покрупнее помидоры. Ну, завязаны хорошо. Томатов много. Покажу вот с другой стороны другие. С этой стороны вот томат Алсу крупнее. И завязаны они хорошо. Помидор хватает. Достаточно. Вот с этого куста мы уже снимали. Здесь зреют помидоры. Это вот с пипочкой. Это томат Алсу. А какой рядышком, я не знаю, так как этикетки все перепутаны. И здесь не знаю, какой сорт. Здесь «Безумие Кэссиди». Или Кассади, кто как говорит. Но безумия сильно я не заметила. Помидоры интересные, а особого безумия я не заметила. Здесь помидоры ровненькие, хорошие, и зреют, и завязаны они хорошо. Так как этикетки перепутаны, сортов, естественно, я не знаю. Это томат Арканзас.
Вот эти я тоже в Диксе покупала, но помидоры уже на подложке, помидорчики, они вот такие оранжевые, симпатичные и сладкие они. И сладкие они, и вот завязаны они хорошо, кисточки у них хорошие. Единственное, что их надо формировать, их не надо столько оставлять их побегов. А так они вяжут хорошо. Помидоры вкусные, я заготовки делала, хороши в банке они. И дальше вот они вяжут до самого верха. Этот томат, ну я подозреваю, что это пастельные рукава. Я сажала пастельные рукава. Еще один сорт заявлены были тоже. Они должны быть фиолетовыми. Ну вот, а у них интересный окрас. И на вкус они очень-очень сладкие. Ну и завязаны они неплохо. Эти томатики уже мы ели. Вот вверху они завязаны и дальше цветут. Здесь неизвестные. Этот томат июньский был посажен в ведре для раннего урожая. Результат, помидор много завязано, но результат тот, что созрел он к августу. Это тоже июньский. Он должен быть высотой не более 40 сантиметров. Самое большое. В этом году вымахал на все 80. А далее любимый сорт Евпатор. Помидоры всегда ровные. Вес у них небольшой, примерно 150 грамм, ну до 200, не более. Но они вот всегда завязывают хорошо, банки их хорошо закрывать. Я люблю этот сорт и сажаю его каждый год. Какой это сорт, я не знаю. Теперь тут все перепутано. Но помидоры крупные. Крупные вот сидят они рядом. И вот этот куст тоже хорошо завязал, и помидоры крупные, и до самого верха завязаны. Вот тут тоже неопознанный. Я даже вспомнить не могу, какой еще сорт я сажала. Да и этикетка оторвалась. Но вот они созревают, и помидор на них много. Созревают хорошо, дружно, и завязывают хорошо. До самого верха завязывают. Вот этот сорт тоже очень хороший. Мне понравился. И, по-моему, это Вова Путин. У меня только одна штучка была этого Вова Путина. И вот помидорчики. И дальше помидорчики. Завязан хорошо. И плоды ровные у него. Томат Алсу поближе. И томаты довольно крупные, и на вкус хорошие, сладкие они. Это вот у меня был краткий обзор помидор. Так как я не все помню, показала примерно то, что вспомнила. А это так называемый китайский фиолетовый. Думаю, что это он. На этом я заканчиваю свое видео. Будьте здоровы, не болейте.